Городская археология. У курганцев появилась уникальная возможность окунуться в удивительный мир жизни столицы Зауралья в 19 веке. Понять и прочувствовать атмосферу того времени. Увидеть предметы обихода и быта. Украшения и атрибуты тогдашних модников и модниц. Как, например, вот этот уникальный экземпляр. Именно в таких стеклянных флаконах тогда покупали дорогие духи. На выставке представлено около 40 произведений живописи и графики, в которых зауральские художники изобразили неповторимую красоту города в разные годы. Выставка по городской археологии на самом деле задумывалась нами очень давно. Это такая была идея фикс года 3-4, и мы очень рады, что художественный музей позволил нам воплотить часть наших идей. По словам археологов, все находки, представленные в экспозиции, имеют огромную ценность и уникальность. Особенный трепет некоторые из них ощущают перед коллекцией зубных щеток. Почему на зубные щетки всегда обращаем внимание? Потому что мы, как историки, ничего не знаем о гигиене 19 века. И когда мы на одном из раскопов рядом с домом музея Кюхельбекера нашли зубные щетки, причем не только местного производства, но и привезенные из Парижа, это, согласитесь, удивляет, что рядовой горожанин 19 века где-то в Кургане мог воспользоваться какими-то щетками там из Франции. Кому-то могло показаться, что такая тематика экспозиции не могла быть интересна горожанам. Однако, как видно по посетителям, большая часть из них – это не седовласые мужчины и женщины, а молодежь. Выставка мне очень нравится. Во-первых, потому что это история города. Я историю эту не знала, потому что я сама учиться сюда приехала. Это очень интересно и познавательно. Но больше всего мне понравилось истории про декабристов и картины про них. Выставка «Городская археология» продлится до 10 октября. Антон Тяжнуков, Тимур Нацулханов, Владислав Базалев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».